начнем с первого вопроса, и вот почему. Это не совсем вопрос наших полномочий, определенных законом, но я считаю, что это вопрос очень важный. Даже не с точки зрения политической, хотя, наверное, тут, поскольку это инициатива партии «Единая Россия», я думаю, что любой здравомыслящий человек, тем более депутат, который представляет интересы жителей различных категорий, согласится с тем, что этот вопрос действительно очень важный в нашем повестке дня. Итак, первый вопрос о поддержке инициативы Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» о предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт одиноко проживающим и работающим собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих и работающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет. Звучит, сейчас, секундочку, звучит, конечно, очень витиевато, но смысл вопроса простой. Продление списка льготников по оплате за капитальный ремонт вот этих взносов на ту категорию жителей, которые достигли 70-летнего возраста, и 50% скидки им сделать, и жителям, которые достигли 80-летнего возраста, там скидки ваши, скидка 100%. То есть, собственно говоря, вот очень просто. Да, Елена Николаевна? Я хотела бы вопрос задать по повестке дня и по нашему регламенту. Да, хорошо. По поводу вот этого вопроса. Во-первых, откуда он возник, кто его представил нам на очередное собрание. Так что обычно вы присылаете, кто, по чьей просьбе этот вопрос рассматривается. В этот раз ничего не было. И вот это первый вопрос. И второй вопрос по регламенту. Значит, у нас этот вопрос, как я понимаю, не входит в основную повестку дня.